9 августа 2020 года, в день проведения выборов президента Республики Беларусь, примерно в 20 часов 30 минут поступила информация, что группа граждан собралась в районе улицы Первомайской, а также площади Ленина в городе Пинск. Эти граждане двинулись к городскому исполнительному комитету с различными агрессивными выкриками, требованиями. Поэтому органы внутренних дел были подняты по тревоге. Выставлен заслон из примерно 30 человек, который был этой агрессивной толпой, уже в количестве примерно 300 человек, вытеснен к зданию горосполкома с улицы Ленин. Пришлось действовать в условиях нехватки личного состава. Личный состав нес службу на избирательных участках, был вооружен, находился в белых рубашках, что не позволяло принимать участие в подавлении этих массовых беспорядков. Поэтому пришлось вызвать через оперативно-ситуационный штаб УВД помощь из соседних РУВД. В течение 3 часов мной лично, сотрудниками группы переговоров, велась беседа с гражданами, призывалась к спокойствию, разъяснялось, что их действия незаконны, так как не имеется разрешения Пинского городского исполнительного комитета на проведение массовых мероприятий в виде шествия, пикетов и так далее. Зачем вы бросаете камни? Успокойтесь! Закрыли щитами! Граждане, еще раз повторяю, успокойтесь! Вам физическая сила не применялась! Положите палки камни на землю! Еще раз повторяю, есть травмированные сотрудники милиции! Граждане не слушались. Органы внутренних дел продолжали совершать групповые действия, нарушающие общественный порядок, хватались за щиты сотрудников, бросали различные предметы. И через 3 часа такого противостояния было принято решение вытеснять граждан от здания городского исполнительного комитета. В результате вытеснения граждане начали активное сопротивление, выламывать тротуарную плитку, брать строительный мусор, а также ломать предметы различных малых архитектурных форм, в виде скамеек, цветников, клумб, и оказывать активное сопротивление. В результате только 27 сотрудников Пинского ГУВД пострадали, из них 4 получили менее тяжкие телесные повреждения. Всего же пострадавших более сотни от всей сводной группы. Это был Столинский РУВД, Лунинецкий РУВД, Ивановский РУВД, Пинский РУВД и Пинский ГУВД. Кто, как не очевидец и непосредственный участник пинского противостояния, может рассказать правду, без лишних эмоций и последовательно. Все слова подтверждаются видеокадрами. Также четко и последовательно в те дни работал Следственный комитет. В связи с имевшими место 9-10 августа 2020 года на территории города Пинска массовыми беспорядками, на место происшествия незамедлительно выбывала следственная оперативная группа. По результатам проведенных осмотров места происшествия и полученных первоначальных сведений было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293, частью 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование по уголовному делу осуществляли следователи областного управления и Пинского межрайонного отдела Следственного комитета. По уголовному делу проведен очень большой объем следственных действий, в результате чего получены неоспоримые данные о причастности к совершению преступления 28 лиц, которые привлечены по уголовному делу в качестве обвиняемых. Из указанного числа 2 лиц объявлено в розыск. По уголовному делу установлено причинение материального ущерба на сумму более 24 тысяч рублей, а также причинение телесных повреждений в ходе массовых беспорядков рядом с сотрудником органов внутренних дел. О том, что в ходе протестов появились пострадавшие, разгоряченных возмутителей порядка предупреждали не раз и просили предоставить возможность оказать помощь. Протестующие не слышат, а точнее не хотят слышать. Они вошли во вкус и, судя по всему, даже не помнили, да и не понимали, зачем вышли на улицы города. Ощутили драйв и мыслям о последствиях уже не было места. Но зажигать огонь ненависти и безрассудства в каждом из них начали задолго до августовских событий. Мы такой темп взяли перед 6 мая, перед 9 мая, что эти ребята просто обделались.
что я даже когда сидел, Беларусь шумела вся, понимаешь, такая движуха. Это еще на тех оборотах, которыми мы зарядили. Представьте, когда мы сейчас зарядим Беларусь, к 9-му уже не мая, а к 9-му уже, ребята, августа. Ух! Холодное остервенение в глазах, манера ушлого рецидивиста, жажда власти, горячая голова и как минимум 900 тысяч долларов от заказчика беспорядков. Зажечь, конечно же, можно, но надолго ли? Однако, ух, всколыхнула волну. Нашлись последователи, в том числе и в Пинске. Одна из них – уполномоченная от народа, герой пинского протеста Вероника Иванова. Все, скажем так, трудовые коллективы, которые посчитают нужным присоединиться к общенациональной забастовке, получат максимальную юридическую поддержку от общенационального сачечного комитета. Трудовые коллективы не бастовали. А вот те, кто за любой кипиш, нашлись. Поверили словоблудию самоиспеченного предводителя, который сам не знает, кто он и куда идет. Я изучаю каббалу, изучаю руническое искусство. Я являюсь дипломированным рунмейстером. Я, скажем так, люди обращаются ко мне годами, но я всегда делала это исключительно, скажем так, по своей доброй воле. У нас ни один закон не запрещает заниматься рунами, оккультизмом и так далее. Как говорится, одно другому не мешает. И уж тем более, когда после сплошных жизненных неудач вдали замаячила, казалось, тепленькая радужная перспективка. Я католичка, я буду молиться, и я предлагаю вам делать то же самое. Нести портреты, чтобы мы их помнили. Неси свечи, чтобы зажигать память о них. И в соответствии с вашими конфессиями и убеждениями молиться за благополучие нашей Беларуси, за справедливость и за правду. Вот такая она, ваша правда, госпожа набожная оккультистка, многоликая. И такие люди в борьбе за власть и наживу ничем не гнушаются. В день приговора обвиняемым по делу пинского противостояния пришла их поддержать и помочь. На свободе, улыбчивая, все такая же энергичная, в отличие от родных и близких обвиняемых. Правда, сверхспособности и лжемолитвы оказались бессильны перед законом. На основании части 2 статьи 293 Уголовного кодекса назначить Шелемет Вячеславу Владимировичу, Рубцу Олегу Викторовичу, Мастицкому Давиду Збигневичу наказание каждому из них в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания из пристальной колонии своих усиленного режима. Леженко Сергея Федоровича, Богновцу Роману Анатольевичу, Халиманчику Артуру Николаевичу, Гунько Григорию Владимировичу, Рогощуку Вячеславу Николаевичу, Богдану Данилу Игоревичу, Михайлову Станиславу Александровичу, Соловью Игорю Юрьевичу. Наказание каждому из них в виде лишения свободы сроком на 6 лет, содвое наказание из пресной колонии условиях усиленного режима. Мавшук Елене Владимировне наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, содвое наказание из пресной колонии условиях общего режима. Мавшуку Сергею Анатольевичу Терешко Александру Станиславовичу наказание каждому из них в виде лишения свободы сроком на 6 лет, 6 месяцев, содвое наказание из пресной колонии условиях усиленного режима. Надо сказать, обвиняемые восприняли приговор стойко, хотя некоторые пытались дерзить. А вот родным можно искренне посочувствовать. За что нам наказывать? За что детей наказываете? За что? Мама! Скорее всего, детей наказали сами родители, но, к сожалению, до сих пор этого не осознают. Правду не покажете никогда. А в чем правда? В чем правда? Где правда, где ложь? Все люди уже... Вот видите, как дети плачут. Вот трое детей, Лена Машук. За что с ума? 6 лет. А когда родители выходили, господи, и такое ну, я считаю, не знаю. Думали о детях своих? А что они сотворили? Что они вышли? Да. Результаты выборов узнали? Для непонятливых еще раз кадры мирных жителей Пинска, желающих просто узнать результаты выборов. А вот и Елена Мавшук, дети которой вместе с другими восклицают «За что?». Именно за это все обвиняемые получили соизмеримое своим деянием наказание. А такие, как Вероника, всегда рядом поддерживают огонек. Мол, держитесь, ваши дети, мужья, жены просто герои. И что самое удивительное, им верят. Когда мы растили детей, я думал, что тюрьма – это страшно и стыдно. Оказывается, это совсем не стыдно. Есть такие статьи, по которым не стыдно сидеть. Вот мой сын будет сидеть, но я горжусь своим сыном, что он сделал
свои 18 лет то, о чем многие только на кухнях разговаривают и что хотели бы сделать, но боятся. Однозначно мой сын герой, я очень сильно горжусь им. А вот как вспоминает о своем геройстве сам Дэвид, сын Евгении. Мы с друзьями пошли выпить пиво в рандеву. Вот, потом кто-то предложил из компании пойти на митинг. Вот, посмотреть, что там происходит. Начали ломать лавки люди, вот, бить ОМОНовцев. Я тоже взял палку, пару раз ударил по щиту. Вышел из толпы, и ко мне подошел какой-то пацан, сказал: «На, держи щит», и кепку отдал. Вот как выглядят герои оппозиции. Ударил палкой, от кого-то получил щит, кепку и пожинай лавры победителя, сколько успеешь. А вот еще уже отрезвевшие во всех смыслах герои нашего времени. В содеянном раскаиваюсь. Так делать не стоит впредь. Больше этого не повторю. Я хотел бы сказать всем остальным, кто хочет какие-то принять участие. Ну, ребята, не надо, не стоит как бы вот этого делать. Бесполезно, все равно найдут и арестуют, приедут. Все равно как бы какие-то скрывания там, дальнейшее это бесполезно. То есть лучше сидите дома. Дома есть дома, дома семья. Этот совет хорошо бы услышать тем, кто успел нырнуть под крыло наставников-опекунов. И, любуясь видами старого города в ближнем зарубежье, кичится мнимым геройством. Пока. 9 утром я приготовился. Я заливал фундамент, у меня осталась арматура. Наточил, сделал такие куски по метру длиной, наточил с одной стороны и загнул, чтобы удобно в руке лежал. У меня еще на участке боксерский мешок висит, я на нем проверил, насколько это удобно, ну вроде нормально. Купил там бензин соляркой, тряпочки, насобирал из там контейнера для стекла бутылок. Все это так разложил аккуратно в багажник, еще палки саморезами скрученными. Было жарко 9-го в Пинске. Зато в ближайшие годы многим участникам противостояния будет ой как холодно. Я увидел, что я не один такой, что все там подхватили палки, и мы просто напали на них, набросились. И пока они отступали, мы наступали, там, наверное, активных таких было, там человек 30, 10 там били, там все не вмещали в узкий проход. 10 било, менялись, кто там, кому нужно отдышаться, менялись, другие 10 брали, дальше били. У меня еще палки эти несколько раз сломались об них. Потом, когда, там постоянно в них что-то летело, вот. Ну и потом, когда уже надоело махать палкой, они быстро бежали, мы уже сами там отрывали плиты, бросали в них прямо сверху. Но то, что 109 человек там травмировано, 109 милиционеров травмировано, это человек 30, с теми, кто бросал, может, 50 это сделал. Кажется, какие еще доказательства нужны? Но некоторым, судя по всему, для прозрения понадобится время. Считаю, что все надуманное, выдуманное. Получил 6 лет, но у меня надежда, что 6 лет он там сидеть не будет. Надеемся, что недолго останется, столько они сидеть не будут. Все поменяется к лучшему. Все обязательно будет меняться к лучшему. В этом и есть развитие, прогресс, процветание. Все поменяется к лучшему и у пострадавших от рук обезумевшей толпы. Они наверняка получат заслуженные благодарности, поощрения, уважение за стойкость и мужество в деле сохранения мира и порядка. А вот псевдогерои в нагрузку получили взыскание. Общая сумма – 225 тысяч рублей, в том числе компенсация морального ущерба всем пострадавшим. И в этом случае родным тоже остается надеяться, что западные инвесторы не перекроют источник и предводители не оставят в беде. Хотя… Эти ребята просто обделались! А потому и помощи ждать не стоит.